Увеличить долю отечественной машиностроительной продукции поручил Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область. По мнению президента, это регион с большим потенциалом. Здесь же он отметил, что государство будет поддерживать ученых, молодежь и людей труда. При этом Токаев подчеркнул, что президентский молодежный кадровый резерв уже стал действенным социальным лифтом. Репортаж Ергали Рамазанула. Касым-Жомарт Токаев признался, в Западный Казахстан приехал не случайно. Хотел ближе познакомиться с жизнью региона, которая играет важную роль в развитии всей страны. Одним из первых глава государства посетил Дворец искусств Атамекен в Уральске. Это самый крупный объект культуры в регионе. На выставке, посвященной истории края, главе государства показали уникальные экспонаты, связанные с жизнью Жангирхана. Кроме этого, Токаев встретился с почетными жителями области. Западно-Казахстанская область обладает большим потенциалом. Сегодня в стране проводятся масштабные преобразования. В такой важный период ключевая ценность для нас – сохранение мира. Если мы все будем работать сплоченно, то нас не остановят никакие препятствия. Если наше единство будет нерушимым, мы преодолеем любые невзгоды. Общаясь с местными жителями, Касым-Жомарт Токаев пообещал, государство будет особенно поддерживать ученых, молодежь и людей труда. И это не просто слова. Президентский молодежный кадровый резерв дает свои плоды, воспитывая талантливых руководителей со свежим взглядом на современный мир. Одним из них стал Тимур Ашгалиев. Он возглавляет одну из поликлиник областного центра. «Социальный лифт сработал», — говорит молодой специалист. Сейчас происходит много преобразований в системе здравоохранения. Отрадно, что при поддержке государства строятся новые больницы, оснащенные современной медицинской техникой, и внедряются новые технологии. Я уверен, что все это положительно скажется на формировании здоровой нации. Президент также побывал на местном машиностроительном заводе. Здесь производят высокотехнологичное оборудование для добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, а также сложных металлоконструкций. На предприятии планируется производство дождевальных машин для нужд сельского хозяйства. Токаев отметил, что нужно увеличивать долю отечественной машиностроительной продукции. В Америке, в Италии, в Австрии, в Швейцарии наши специалисты прошли обучение и сертифицировались, и мы можем ремонтировать газовые турбины, причем самые сложные горячие части, проточные части мы уже ремонтировали. Да? В прошлом году уже мы вышли с предложением «Газтрансгаз» создать мультивендорный сервисный центр, чтобы газовые турбины всех производителей ремонтировались только в Казахстане. Старшему поколению глава государства уделил особое внимание. В беседе со столетним ветераном Иваном Гапичем и с 96-летним краеведом Жайсаном Акбаем президент отметил, что их жизненный путь – это пример служения народу, самоотверженного труда и патриотизма. Не каждый на этом земном шаре может похвастаться, что дошел до такого возраста. Вам выражаю мою благодарность. Сізге денсаулық, мықты денсаулық тілеймін. Әрқашанда аман болыңыз, отбасыңыз әрқашанда аман болсын деп айтқым келеді бүгін. Президенту также рассказали о том, как развиваются аварийно-спасательные службы, какие достижения имеет казахстанская наука, а заслуженные деятели поделились мыслями о национальном воспитании и духовности. Ергали Рамазанулы, Астана Таймс.